В общем, недолгими манипуляциями я понял, что мешает вот этот разъем. Вот этот разъем мешает видеокарте встать нормально. Не конденсаторы, вот этот, в частности, то есть конденсатор, ничего, а именно вот этот вот разъем. В общем, пришлось допиливать заново, отрезать нижнюю часть вот этой вот пластмассы. Потому что больше я ничего не мог сделать. Только так. И вот теперь мы сейчас смотрим, я ее сейчас засовываю. А она не хочет засовываться. Вот щелчок, никаких зазоров, все стоит как и должно было. Конечно, такого я уж точно не ожидал, дерьма, что будут какие-то проблемы. То есть я не знаю, какой ублюдок конструировал эту материнскую плату, но вот, как ты видишь, вот, ну как вот это вот называется? Вот это вот как называется? Что, сука, видеокарта не влезает сюда. То есть понятно, что мое дерьмо, вот это вот, сейчас я покажу. Вот это дерьмо, оно, конечно, оно тут легко влезет, тут ничего нету. Тут просто стоит радиатор, кулер вот этот вот дроченый, и все. Да, вот, все. Понятно, что вот это дерьмо сюда влезет. Но вот это вот, я говорил, что она жирная? Я тебе говорил? Вот она жирная. Вот, пришлось, конечно, манипулировать тут, что-то отрезать. Мне очень жалко это было делать, если честно. Я не люблю подобные хернюшки делать. Ну, вот так вот. Кстати, по поводу процессора. Процессор вылетел нахер из коробки каким-то магическим образом. Вот. И валялся вот так вот. Не знаю, всю дорогу, не всю, но вот так вот он валялся там в коробке. Я тебе фотографию давал. Вот так он валялся там в коробке. Ну, процессору, в принципе, ничего не будет. Я как бы не переживал даже, когда увидел, но сам факт, что он нахер вылетел из коробки, я не знаю, его швыряли, может быть, посылку или что. Ну, вот так вот. Сама коробка целая, маленькая вмятина сзади, но ничего серьезного. Вот, как-то так. Сейчас буду тест делать, включать и посмотрим, что да как вообще. Все.